более сложные темы – это вот рабочие профессии, специалисты, которые вот нужны. В последние годы мы пошли по схеме ресурсных центров, вот 31 мы уже сегодня создали. Но я думаю, что мы должны быть еще гибче. Вот было сказано о целевом наборе. Вот мы должны понимать, кто, вот проанализировать, куда идут наши выпускники, что необходимо, во-первых, посмотреть или профориентацию, или поменять, или какие-то новые специальности вводить. И во-вторых, вообще надо немножко изменить форму работы. Вот на рынок нужны вот такие-то люди. Ведь он, может, где-то учился, но за 3 месяца, за месяц, за полгода он может получить ту специальность, которая сегодня на рынке востребована.